Всем привет, дорогие друзья, на связи Катя да Юрч, ребята. Сегодня со мной играет, да нет, GTA 5 онлайн и рубрика «Прыжки в высоту». Кокосики, дорогие друзья. Что ж, ребятки, прошлый выпуск вам очень сильно зашел, поэтому давайте с вами наберем как минимум 5000 лайков, если вам прям так сильно она понравилась, и эта рубрика будет выходить, ребята, почаще. Все очень просто, вкратце правила. Мы с помощью рандома достаем тачки из реальной жизни, ставим на них баллон нитро и разгоняемся, ребята, вот с этого вот тут такого трамплина. Задача — прыгнуть вверх под 90 градусов и улететь как можно выше. Здесь, ребята, аж целых 800 панелей, но на самом деле до конца мы еще не долетали. Даже читы почему-то, ну, не хотят, не летят они туда. Бывает и такое, но когда-нибудь надеюсь, что мы увидим машину, которая покорит, в общем-то, эту большую гору. Поэтому устраивайтесь поудобнее, делитесь обязательно роликом со своими друзьями, а если вы здесь впервые, то оформите подписку, мне будет приятно. Что ж, это да, обязательно. Давай с тобой сразу начинать. По первой тачке, ребята, с помощью рандома. И поехали. Это стандартная вроде как электрокарка, насколько я знаю. И Audi TT. Так, у тебя первая тоже мимо. И Бугатька. Интересно, ребят. Ставим нитро и будем прыгать. Что ж, ребят, поехали. В общем-то, начинаем. И у меня хорошая должна быть машина, потому что ТТшки у нас летают. Поехали, посмотрим. Ой, слушай, а хорошо. Почти 600. Сколько? Реально, да. Нормально. Маленький такой черепашка, блин, просто. Так, у тебя как дела? Где ты? Черепашкин. Ты лучше. Ема, пока. Я лучше? Похуже, ты лучше. Серьезно? У меня улетел. А, 290. Серьезно? У тебя сколько там? А, 355. Ема, 355. Ну, Бугат есть Бугат, ребята. Ну, смотрите, насколько это высоко. Вот такой вот первый хороший раунд. Это, кстати, был жеребьевочный. Неожиданно. И неожиданно очень хорошо. Но это значит, ребята, что у того, кто улетает дальше, на следующий раунд 3 возможности заспаунить тачку, проигравшего 2. И как бы это иногда решает. Поехали. Так, у меня какой-то маканчик. О, у тебя корвет интересный. Корвет, так, у меня Вьетнам, все дела. Давай. Так, у тебя полетел, Юра. Старое что-то. И, кстати, у меня плюс-минус Audi. Вот это неожиданно. Это Audi, ребята, прикиньте. Так, ребят, очень интересно. У тебя Кадиллак, у меня старенькая Audi. Кадиллак, Кадиллак. Ну ты... Быстро или не как быстро? Как дела? Я тебя догоняю, вручить. Как дела? Ну, интересно, кто улетает лучше. Что, у меня как будто врезался, но я чуть быстрее был. Вот по скоростям, конечно, нет, и ниже где-то. О! 130 у меня, 240! Да, 130, хорошо! Нормально, да, для старой Audi прям солидно. Короче, ребят, напомню, что вы баллы видите сверху, то есть это все для вас при монтаже подсчитаю. Мы баллы не знаем, поэтому плюс-минус так, на вскидочку будем ориентироваться, и пока, наверное, где-то ничья у нас. Раундов будет много, ребята, интересностей еще впереди. Три машины сейчас у меня, потому что я был выше. И напишите в комментариях, когда у вас начинаются трудовые будни, когда там на учебу, в школу, на работу, кто где. В общем-то, будет максимально интересно почитать, посмотреть. У меня десятка типа упала. Десятка — это плохо, но у меня хорошая Бугатти. Или это Альфач вроде? Это Альфач вроде. Это Альфач, да, это Альфач быстренький. Ну, всякая не патриот и всякая не десятка, поэтому окей. Ну и мы, ребята, готовы. Нитро здесь уже есть. Машина шикарно смотрится, на самом деле. Концепт-кар какой-то современный, да? Наверное. Ну, я не знаю, но... Да, такая прикольненькая машинка, поэтому да. По скорости? ТТшка была быстрее. Это смешно. Серьезно? Максимально, да. Аэродинамика плохая, но летит неплохо вроде как. Я выше тебя и 250. Ух. 185. То есть ты решил пойти сразу в первом раунде с козырей, а потом что-то этот... берешь удару, как говорится, карты с колоды. Не то, чтобы я так планировал. Ну да, да. Получается. Чисто рандомно, зато какой, ребята, отличные тачки, отличная высота. Интересно, побьем бы сегодня хотя бы отметку 500 или нет? Пишите в комментариях. Так, ну реально, хотелось бы достать какой-нибудь там Devil 16, допустим. О, кстати, неплохой этот гелик. Вот так. Да, гелик. Но, правда, не летающий вроде более-менее. Как. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Вторая мимо, и корвет тоже плохо. У меня, наверное, гелик самый тоже лучший здесь. Криво. Ема, у тебя там вообще шоу есть. Фриков. 169, 151. Так, ну... О, у тебя и впина, и ниссанчик неплохой. Прикольно. Кстати, да. Бытует мнение, что все гелики на нашем проекте летающие, это далеко не так, но вот этот гелик хорош по оффроду, это инфа, сотка, прям нормальный. Это да, так, но вроде как летает он так себе на самом деле, поэтому проверим, узнаем. Хера себе. Быстрее меня. Ты еще в меня врезался, понимаю. Прыгаю, ребят, третий раз, получается бампер погнутый остался, не буду его трогать, надеюсь, что он выпрыгнет, но тут скорее всего... О, прикинь, со сбитым носом прыгнул. Так, хорошо, да, я, правда, немножко в сторону. Ну, кстати, офигеть, он полетел. Емау, легкий. Чего? Нормально, да. Ну, это 290 чистыми. Это сильно. 300 ровно. Ха, нормально, чуть выше. Ровно. Я побоялся, на самом деле, что он врежется. То есть я прыгнул где-то на 550 вроде. Ну,
Может быть, он и выше бы улетел, кто его знает, но повезло, что он хотя бы выпрыгнул. Ну да. Из таких, как минимум, тачек, ребята, которые бьются, у нас Колян и этот, получается, Роллс, какой, Фантом? Так, так, у меня Скудерия и Порш, кстати, неплохой, с Андроидом. Или с Касперским, что там, не знаю, у него. Андроид. Так, у тебя Сален, Макларен и Форд, кстати, первый, не? Или это не Форд? Не, это GTA-шная. Так, окей, и Геттер. Ну, выбирай, машина интересная на самом деле. У меня типа... Да, я возьму Геттер. А можно Эвест это поменять как-то вот так? О, это посимпатяшнее будет. Так, так, так. Ух ты, нифига, у него тут вот такая кобра. Все, полетели. Кобра. Ну, погнали, погнали. Прикольные ливери. Геттер очень быстрый, ребята. Просто обалдеть, какой быстрый. Но я почему-то быстрее. Ну, такой. 550, но... я немножко ударился днищем. 500 тоже полетел, да. Но чуть-чуть лучше тебя. Ну, я прям цепанулся, капля. Я прям цепанулся. Так, 230, о, я прилетел, а твоей. Ты на 240 буквально, чуть выше. Вот такие, ребята, да. Приколы. Низкие тачки, они иногда и летают, но, блин, когда текстура не цепляет, намного, конечно, это интереснее. Что ж, ребята, следующий раунд. Опять-таки у Вани три тачки, у меня только две, и полицейская считается, кстати, как бы это печально не было. И Камарос! Это будет очень жестко, это просто жесткий Камарос. Это жестко. Так, давай, у тебя там что? Ой. Вортекс. Ну, да, но это, конечно, не поедет. Первое. Так, давайте мы его сделаем нестандартно красным. Так, у тебя вот, пожалуйста, две машины пока, еще третья должна быть. Ты был чуть выше. Три. О, Ламбусяндр. Ламбусяндр может быть хорошо. Так, ну я попробую разогнаться, ребята. Тут нитро, конечно, вещь хорошая, но... Ну, поехали, попробуем. Самое прикольное, что он еще и летает. Это да. Какая скорость? Да никакая, я врезался, как и думал. Так, ребят, я пробую еще раз. Скорости лютейшие. Ну, получается? Да, на этот раз прыгнул, правда, прыгнул без нитро. Ёшкин, Макарёшкин. Прямо Карёшкин? Прямо Макарёшкин. Или Крошкин, может быть, Крошкин, Макарёшкин? Может, и Крёшки, Макарёшкин. Он очень легкий. Это жесть, это 415. 265, короче. Да, я видел тебя, когда мимо пролетал. Что ж, ребята, это лучший на сегодня транспорт, который улетел в высоту. Возможно, не идеально. Сами видели, что он бился на максимальных скоростях. Но без нитро тоже очень хорошо. То есть это прям солидненько и очень хорошо. У Драксеров единственный минус. У них вот перед, получается, передний бампер вниз всегда. То есть направлен, и это вот прям критично. Слушай, по баллам даже интересно, что у нас получается, потому что плюс-минус мы друг друга догоняем. Так, у меня лангованная бэха, у тебя, кстати, что-то интересное. Так, Биг Брата этого считать не будем, не прыгнет. Вторая. А у тебя вот такие тачки. Так, третья. Куда тебе третью? Куда это ты захотел? Куда это? Не то тебе, да, хватит с тебя. 119 бэха под капотом, серьезно, это прям топ. Так. Что я сделал? Что ты сделал? Где ты? Я удалил не ту тачку, ну ладно. Не ту тачку удалил? У меня, слушай, у меня пифоманта Хуракан летающий, лангованная, это самая офигенная бэха. А, да, кстати. И, короче, это прям диалема. Диалема. Но я, ребята, все-таки возьму Хураканчик, потому что Хураканчик one love. Поехали. Ну, поехали, проверим. И мам, какой кислотно-розовый такой у меня. Ага. Ема скорости! 780 не прыгнул. Пробуем еще один раз, ребята, чтобы вы понимали. Ой, без нитро забыл прожать. Да, идеально на 700 вылетел. 700? Да? 700, это новое слово. 700. Неплохо. Емать, я улетел. Я выше Камарса, это точно. Насколько выше, я не знаю. Я в сторону вообще улетел. Ешкин кошка. Так. А я туда же куда и ламба. 265, короче. Нормально. 540. Тыды-тырын. Нормально. Это жесть, ребята. Мы побили 500 сегодня. Может быть, и 600 возьмем, кто его знает. И, кстати, кто давно смотрит эту рубрику, напишите в комментариях, сколько у нас максималка была вообще. То есть, ну, вроде 560, что ли, была. Насколько ну, да, я помню, наверное. Плюс-минус, и то там был маленький Volkswagen Жук. Да-да-да. Вот такие приколы тоже бывают. В любом случае, ребята, серия заряженная. Мне прям нравится, какой у нас сегодня дроп Супра. К счастью есть или такое, к несчастью, поехали. Не так это хотелось бы. Первая. А, так. Вторая. Ну, да, у тебя всего окей. Две. У меня на самом деле выбор... Да, что ты дрявый такой, Цивик, ёбамать. Так, 206 у Цивика, фута 180, и Свифтейл, конечно же, не ладно, то. Ладно, возьму вот так вот. У меня прям максимально такой себе. Будем прыгать. Да, прям такой себе. На самом деле, не помню такой Цивик Type R, какой-то новый вообще, может, 20-го года.
Что прям так, или в обвесах просто каких-то. Максимально интересненький какой-то, да. У него 206 под капотом. Я не знаю, поедет или нет вообще, но интересно. Так, ну я опять-таки не тремя закончил, поэтому полетел как смог. Ну, можно было и лучше, на самом деле, но, ну, как получилось, ты пролетел мимо меня. А я тебя не заметил, поэтому не знаю, но 240 я взял. 225. А, ну, чуть выше. У нас общага, ребята, да. Общага снова появляется, и получается 240-й этаж, да? 225-250-й. Да. Ну, да, бьем метко где-то в середину, худшая тачка сегодня... 130, понимаю. Какой разброс, прикинь, да? Худшая тачка 130, лучшая 540. Это просто по 510 баллов. Бам, жестко, ну, 400. Да, да, это жестко, это жестко. Так, Альфач. Какой-то тоже Ауди. У тебя Кадиллак, возможно, хороший. И у меня что, это Марк, что ли? А бля, это... я опять, да что ж такое-то? Как говорится, руки помнят, но не то. Да. Но у меня, ну, все плюс-минус такой себе, чтобы ты понимал. То есть, да. Вот такую тачку я возьму, нитро у меня есть. А у тебя как дела все-таки? Это хорошая тачка. Как дела? Ну давай. Как дела? Его поехали. Главное раскочегарить на самом деле. Да, и пошел. Кадиллак, ребята, летающий автомобиль. Главное, чтобы не цеплялся. Ну так, цепанулся, конечно, но в целом полетел. Так, ну, я слаб... О, что, я вышел, что ли? Или что это было? Так, слушай, нифига я долетел. 265, новый жилец в общаге. 360. Ох. Нормально. А Бугатти твоя в первом раунде, которая была, ребят, давайте я вам покажу. Кто еще забыл, не забыл, но вот, ребята, 360. Короче, это очень высоко. Но, конечно, 540 намного выше, понимаю. Предлагаю сделать два последних раунда и посмотреть, что же все-таки нам занесет, завезет. Это GP1 вроде как. Так, у меня Морган. Ауди, вот такая вот. Так, это считается? Нет, GP1 не считается, стандартная. Так. Я Морган возьму чисто по приколу, меня... прикольная тачка. Да что такое-то? Чего у тебя вообще по дропу? Что ты будешь делать? И автобусы какие-то, и погрузчики и прочее. Да что происходит? Ну. Давай тачку. О, все. Ура. О, так, это Асмарсин. Мы готовы, давайте прыгать. Морган. Давай, let's go. Кстати, поехали. Британская тачка, нет, Морган, или американская? Да. Ну, по идее, да. Его величество Морган Фриман. Морган Фриман. Да. Бла-бла-бла, мистер Фриман. Так, пока. Красиво пролетел. Пока. Слушай, да, ну нормально. 305 Морган дал, то есть это солидно прям. А под капотом у него всего лишь 180. А 300 сколько? 75. О, так, еще выше. И получше, чем в прошлом раунде. Отыгрываешь баллы, я смотрю, неплохо. В целом, да, чуть-чуть пытаюсь, стараюсь. Ну и, ребята, финальный раунд на сегодня, где мы наконец-то посмотрим, да, чем все это дело закончится. Так, пока мимо, пока стандартная тачка. Так, у тебя корвет неплохой, Кадиллак ужасный. Третья. У меня Формула 1. И... Лекса плохой, поэтому формула, ребята. Ай, блин, я надеялся, что это формула с ускоряшкой, это не та. Поехали. И она очень низкая, да? Да, ну, let's go, поехали. Формула, ну, такая, да, своеобразненькая, я думаю, скорее всего. Я вылетел, скорость почти 700 была. А, значит, хорошенькая. Да, неплохо. Правда, летим... А летает? Ну, слабовато, на самом деле, с такой скоростью, если взять, 335, можно было бы выше. Ну, 260 у меня все. Ну, неплохо. Так, сейчас 3 часа будет он вылазить из гоночного болида, это нормальное явление. Что ж, ребят, ну сегодня прям реально хороший разброс, у нас ничего не поменялось, минимальная худшая машина, это какой-то вот такой вот, ребята, маслкар старый, 130, и 540 получается у нас Lambo Performante, машина, которую мы прям очень сильно любим, уважаем, она, как говорится, такой давно с нами и очень хорошо себя показывает. Поэтому, ребят, покажите себя, поставьте лайк, если понравилась серия, подпишитесь, поделитесь роликом с друзьями. Всем хорошего настроения и пока-пока. Пока-пока, ребят.